Вот новая дверь, новая хорошая дверь поставили. Вторичка, не вторичка, все сделали четко, просто четко. Вынесли дверь, все сделали. Современный домофончик, на тебе, работает. Все, чтобы было все четко. Так, пожалуйста, здесь у нас. Специально потолочные в шкафу будут прятаться. Интернет здесь. Все это. Вот такой вот потолок у нас. Вот такие стены. Вот такой вот потолочек. Сейчас. Вот, пожалуйста, две плазмы повесили. Сейчас я вам покажу. Так, плиточником урок. Вот это вот вместе с плиткой делаются сразу откосы. Порожки под плитку. Не дерево, а конкретно. Так, здесь декор у нас. Здесь у нас декор. Но суть не в декоре, суть в том, что вот это вот теплые полы. Я сейчас полотенчики не делаю. Делаю под плитку теплые полы, чтобы просто грелась плитка и так далее. Но здесь тоже клеевая основа и так далее. Все как положено. Вот, пожалуйста. Теплые полы, эта стенка полностью греет, согревает. Так как полы здесь теплые не сделаны были. Что здесь? Все четко сделали. Я сделал, вернее. Откосы, все как положено. Декор. Все утеплено, поставил подоконники, все оттер, вот это все, мало того, что грязное, но старое. Все отполировал, все окно сделал. Здесь у нас вторичка, поэтому трубы поверху идут, это блок комнаты. Они идут сквозные, поэтому от них не избавишься, кроме как, может быть, чем-то обшивать, наращивать, уменьшать, значит, пространство комнаты. Здесь все оттер, все восстановил, еще прослужит, это очень долго. Вот такие натяжные потолки с багетами внутренними. Здесь мало того, что обои поклеены были, холодный цвет не понравилось, взяли, перекрасили их. То есть сейчас это тепленький, хороший цвет. Вот такое вот освещение у нас, 3-4, это в общем детское. Получается у нас детская. Двери поставлены. Здесь у нас все красиво. Просто все красиво. Вентилятор. Ну что, кабину я устанавливаю. Вы знаете, как я устанавливаю это все? Шикарненько делаю. Просто как бы стараюсь, потому что на силикон это очень важно. Ну, в общем, практика у меня огромная насчет этого. Вот так вот. Здесь у нас полотенчик. Здесь все у нас четко. Что очень важно. Ну, в общем. И также этот электрический. Вчера вот помыл заказчиком сеточку. Так сказать, душ проверил, как он у нас шикарненько все. Кабина ставится на силикон под всем примыканием. Потом только вырезается, все красиво делается. Вот минус. Минус того, что 32-я должна торчать именно с плитки. А не вот 10 сантиметров. Сейчас уже машинку к стене не поставишь. Обычно я делаю розетка, значит, водичка и канализация 32-я. В одном углу это максимально к этому, чтобы можно было машинку поставить и подключение сделать. Ну, это обговариваем и так далее. А здесь сейчас получается вот какие-то гусаки торчат. Пришлось вот брать 50-й с манжетом. Ну и в общем это заказчики еще посмотрят и удивятся, как это все им непрактично будет. Вот так вот. Здесь у нас туалет. Ну, помимо, понятно, бойлеров там разных и так далее, вот сам туалет тут. Все у нас смывает, все красиво. Все я сделал, доделал, переделал.
всю сантехнику, всю подрезку, все, конечно, все это я делаю. Вентиляторы, все у меня четко. Тут кухня, все, опять же, все. Вот там телевизоры, все как положено. Это вот минус сантехника, ну и минус блок комнаты. Потому что очень маленькие бетонные перекрытия в блок-комнатах. Поэтому вот мы... Дима. Дима у нас заказчик. Вот он. Это его квартирка собственной персоны. Так, вот. Спасибо. Вот жене, сестре в Америку пошлю. Делали, старались вот для семьи с двумя детьми. Много я ругался, кричал, ну а что делать, это моя работа. По делу. Мне главное, чтобы итог был. Главное итог. А итог вот будут жить и радоваться. 1.20 метра телевизор, вот такую люстру, все. Рекомендовала, она мне понравилась, советовалась, заказчикам понравилось, и все. И радуются они всему этому добру. Полики, все как положено. Что очень важно, без порожков приклеено, плюс силикон аквариумный, который вообще вот блестит, но он не мнется, не портится, не темнеет. То есть ни, грязь не заминается. Вот как он высох 12-24 часа, аквариумный силикон, вот в таком виде он и остается. Только его использую везде. Вот такие вот без порожков. То есть люди устали от порожков. Вот, пожалуйста. Теперь у них все без порожков. Ну, в общем, вот такой вот ремонт. Что очень важно, вот такой вот потолочек встроенный. Ну, в общем, работы много, работа интересная. 2 месяца я эту квартиру сделал. Большая, большущая квартира. Красивая, шикарная. Все.